Всем привет! Сегодня 1 апреля. Мы возимся тут в сторону курятника. Убрали сено. Остатки сена еще вот так вот для курочек оставили. Там еще снега хватает. Вот. Чтобы завтра нам обещают плюс 12. Сегодня пасмурно. Вот так вот мокрое сено. Здесь еще замороженные поддоны остались. Снег сошел почти весь. Но погода, конечно, не радует. Ну, деваться некуда. Возимся. В общем, вот здесь сено было убрали. Вот снег остался, чтобы быстрее таял. И тут вот сырой снег. Вот. Муж сейчас делает дверку. Сделал сетку. Обратно поставил. И дверку сделает. И подготовит уже конкретно курятник. Получается, курям. Летник курятника. Курочки у нас. О, ты ее совсем снял. Вот. Курочки у нас, значит, пока закрытые. У многих уже, ой, кукарекают на улице. А у нас пока не получалось. У нас здесь сено было, как я и сказала. Идемте посмотрим, что там курочки наши. Курочки. Цыпунечки. У нас темно тут. Опа, свет я не стала включать. К сожалению. Вот. Курочки. Так, вот он. Добавка. Корм. Потихоньку клюют, но все же. Вот. Тут курочки сидят. Ну, жалко, не видно, конечно, но ничего. Так, девочки и мальчики. Петушок, вон он, серенький, гуляет. Тут 4 курочки с ним. Давайте посмотрим. Опа. Опа. Вот. Курочки, вас не видно, да? К сожалению, не видно. Ну, ладно. Тут с ним курочки тоже. Вот тоже думаю, как же быть. В плане того, что надо будет курочек выпускать. Тоже вот этих верхних. А вот петухи-то у меня сцепятся, потому что... Это вот тут петух старый, а это верхний молодой. Ему чуть больше года. И они не родственные. Поэтому, не знаю, посмотрим. Вот. К сожалению, пока куры не несутся. Обидно, досадно. Ну ладно, я надеюсь как бы на то, что если они начнут выходить на уличку, и тогда уже солнышко, воздух они будут видеть и... начнут нестись. Вот только недавно чистили у курей все тут внизу, вверху. Вверху-то еще более-менее, а вот внизу уже опять чистить надо. Тут поддоны у них. Ну, идемте к козочкам сходим. В общем, курочки пока у нас мы подготавливаем место. Вот. Оп. Так. Опа. Вот. Сегодня я кастрировала 3 козликов. Вот ее козлика. Это козочка с ней осталась, подсасывает. Дверька приоткрыта. Че, девчонки? Что такое? Всем интересно, да? Так, сейчас, секундочку, пожалуйста. Закрыть надо. Опа. Вот, девчонки тут жуют, кинули им сенца. Ой, чистить, все чистить. Мальчишки, как дела? Лежите? Вставай, вставай, я посмотрю, как дела. Вставай, давай, встали, встали. Вот они, и вот он спрятался, говнюк. Он все время залазит в кормушку. Мне это не нравится, надо будет там перекрывать. Ну, в общем, сегодня оставила... мальчишек без их будущего наследства, 2 кукошек. В общем-то, дел всего 5 минут. Быстренько раз, два и одели. Ну, проще. Так, девчонки, смотрите, что делают. И этим надо внимание. И эти просятся. Везде у всех чистить будем. Завтра тепло.
начинается у нас, как я и сказала, плюс 12 и до плюс 16 днем будет на днях. Так, девчонки, ну-ка, давай. Давай, вы уже не хотите, вообще не слушаетесь. Нафиг. Так, вот. Фантуська. Козы, кстати, вот как убрала, получается, козлят. И козы начали немножко скидывать молочка, да? Пуджа. 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 Белочка, как дела? Белочка у нас в июне, а кот? Белочка, моя белочка, моя девочка. Да, все тут, игрушка, игрушечка, девчушечка, да? Так, Катька жует. Белка, ты чего так стоишь, как вкопанная, а? Белочка, хулиганка. Ну ладно, девчонки, в общем, значит, с козлами я разобралась. А, солнце пригрело, да, девчонки? Ну, к сожалению, значит, еще летник нам осталось у коз подготовить, потому что там тоже снег, слякоть. Ну, снег тоже сходит постепенно. Вот, и получается, вот из-за этой слякоти всей, из-за этого... Нет, девчонки, нет, они прям так и хотят гулять. Сейчас, в данный момент, курятник подготовим, летник курятника, и будем думать уже вот за тот летник у козочек, да? Ромашечка, Ромашка, моя первокотка. В общем, они сейчас вдвоем стоят на продаже вместе с мамкой. Да, в одно хозяйство, надеюсь, уйдут. Не стали мы отдельно распродавать их, так как мы сперва ставили козлика и козочку, и тех козликов на продажу, но людям надо задарма, поэтому я не стала. Вот, так получается, что решили вот ее и дочку вместе продать. Да? Коть-коть-коть-коть-коть-коть-коть. Кобылка. Ее я почему не убрала? Из-за того, что у нее очень маленькие соски. И получается, надо первым делом, когда, чтобы ее немножко раздоить, ее надо с щипком доить. А потом уже маленьким-маленьким кулачком. Поэтому я решила оставить козочку под ней. Сейчас козликов еще пока не... Вот получается, с 8:30 утра лежат. Ну, они вставали, в принципе. Сейчас с 8:30 они у нас только сено кушали. Поэтому сейчас будем еще и козликов кормить. Эти уже накормленные, напоенные. Куда ты полезла? Куда? Хулиганка. Ну, идемте дальше. На вечер сено подготовлено. Опа. Вот. Это у нас клубника тут. В порядок приводить надо. Вон там арык идет. Полностью внизу, а там гаражи. С гаражей поросята все кидают люди, вообще сил нет. Вот дверьку еще делать муж будет. Ну вот, смотрите, видите, какой лед. Вот такой вот лед. Вот тут уже высохло почти. Вот все сено будем, вот это вот, что накрыто сено, будем кидать вот в ту сторону, чтобы козочкам было приятнее гулять, помягче будет. И вдруг лягут, и будет все отлично. Вот. Ну, а я пойду делать дальше свои дела. Очень, хоть и погода не радует сейчас, в данный момент. Плюс вроде бы 4 показывает, но пасмурно. Чё, козлы? Козлы с ума сходят тоже. Чистить надо у них. Сенник забили полностью сеном, остатками, поэтому сейчас уже под крышей все хорошо. Вот такой везде бордело, бардачело. Вот это чеснок будем открывать, наверное, завтра уже. Вот завтра будет побольше плюсовой, я завтра и это все открою, и будем дальше чистить. Я буду чистить вот эти все дорожки заново. Вот, в общем, работы хватает на весну, как всегда. Ну, а я буду закругляться. Всем спасибо за просмотр. Ставим класс. И всем пока-пока.